Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о политике и церкви. И прежде всего, когда мы с вами говорим о политике, как бы мы ни хотели уйти от этого, но речь идет все-таки о власти. Мы не можем с вами отделить понятие власти от понятий политики. Везде, где наличествует власть, а мне кажется, что она присутствует абсолютно везде, присутствует и политика. Политика, таким образом, мне видится, как некоторая система взаимоотношений, построенных на стремлении либо удержать власть, либо ее достигнуть. Мы не можем с вами говорить, что человек обладает властью, и эта власть досталась ему не политическим путем. Даже если мы с вами получили эту власть от Бога, и Бог нам делегировал, то мы находимся в системе Божьей теократической политики. Если нас выбрали люди, мы говорим о демократии, если мы родились с вами в определенной семье, и властные полномочия являются нашим наследством, мы говорим о политике в плане монархии. Но в любом случае политика и обладание властью – это совершенно тождественные понятия. Там, где нет власти, не может быть и политики. Итак, любой из нас, живущий в этом мире, в церкви, стремящийся занять какое-то положение в царстве, в обязательном порядке будет участвовать в политическом процессе.